Машины такого класса не просто самоходные огневые точки. Это быстроходный транспорт высокой проходимости и надежное укрытие для мотострелков, которые могут вести боевые действия в любых условиях. Советские бронетранспортеры третьего поколения в фильме «Оружие». В 60-х годах началось массовое перевооружение советской армии новыми бронированными машинами. В техническом оснащении сухопутных войск произошел качественный скачок. Появились гусеничные и колесные бронетранспортеры БТР-50 и БТР-60, которые могли сходу, без специальной подготовки, преодолевать водные преграды. Эти машины резко изменили облик советской пехоты и тактику ее действий. Она получила возможность эффективно взаимодействовать с танками, а также проводить амфибийные операции. Однако, наряду со многими достоинствами, бронетранспортеры второго послевоенного поколения не были лишены недостатков. В случае с БТР-60 это выявилось в ходе боевых действий в 1969 году во время советско-китайского пограничного конфликта на острове Даманский. Бои подтвердили положительные качества БТР – маневренность, хорошую проходимость и огневую мощь. Но во время атаки пехотинцам было трудно покинуть машину. Особенные неудобства испытывали гранатометчики. Схема посадки людей мешала вести огонь на ходу через амбразуры. Слабой оказалась бронезащита. БТР-60 был уязвим для огня стрелкового оружия. В конструкторском бюро Горьковского автомобильного завода обобщили опыт боевого применения и эксплуатации в войсках БТР-60. В начале 70-х годов инженеры приступили к работе над более совершенным бронетранспортером. Одновременно произошло еще одно событие, которое радикально изменило облик сухопутных войск. В Советском Союзе создали новый класс бронетехники – боевую машину пехоты – БМП. Это было прорывом в развитии вооружения и тактики мотострелковых подразделений. Никогда ранее мотострелковое отделение не обладало таким сочетанием огневой мощи, мобильности и защищенности. Кроме того, у БМП был нормальный вход, позволяющий десанту быстро покидать машину, укрываясь за корпусом. БМП заменила в мотострелковых войсках плавающий БТР-50. Однако по сравнению с бронетранспортером, новая машина оказалась очень сложной и дорогой, как в производстве, так и в эксплуатации. Поэтому военные приняли решение. Войскам нужен колесный БТР, но более мощный и удобный для десантников. Горьковские инженеры создали новый бронетранспортер за 2 года. Работу над проектом возглавлял Игорь Мухин. Мухин Игорь Сергеевич – талантливый разработчик бронетехники, лауреат государственной премии. Годы жизни 1928-1988. С 1965 по 1986 годы работал в должности главного конструктора серийных автомобилей Горьковского автомобильного завода. Новая машина повторяла по компоновке БТР-60ПБ. Но теперь большая часть десанта сидела лицом к борту, как в БМП, и имела собственные амбразуры для стрельбы на ходу. Боевое отделение было полностью заимствовано у БМП-1. Для скрытого спешивания десанта появились люки между второй и третьей парой колес. Новый БТР в некотором смысле стал для советской армии более простой и дешевой версией БМП. Машина была принята на вооружение в 1972 году под индексом БТР-70. Производство было организовано на Горьковском автомобильном заводе. БТР-70 – средний бронетранспортер. Боевая масса 11,5 тонн, длина 7,5 метров, ширина 2,8 метра. Двигатель спаренный карбюраторный мощностью 240 лошадиных сил. Скорость по шоссе до 80 км в час, на плаву до 10 км в час. Запас хода 400 км. Вооружение. Пулемет КПВТ калибра 14,5 мм, пулемет ПКТ калибра 7,62 мм. Боевой расчет – 2 члена экипажа и 8 десантников. На бронетранспортере БТР-70 была усовершенствована силовая установка,
установлены более мощные бензиновые двигатели. Также было две трансмиссии и приводно-водометный движитель. Все 8 колес нового бронетранспортера были ведущими. Бескамерные шины имели центральную систему подкачки воздуха. Это повышало живучесть и проходимость машины при движении в тяжелых дорожных условиях по грязи, снегу, песку. Бронетранспортер, конечно, уступал в проходимости танкам, однако и преимущества были немалыми. Например, высокая скорость на дорогах, большой ресурс колесного движителя, дешевизна производства и эксплуатации. Многие узлы и агрегаты БТР использовались в гражданской автомобильной технике, а пополнять запасы топлива он мог на обычной бензоколонке. Опыт эксплуатации БТР-70 показал, что конструкторам не удалось устранить основные недостатки предыдущей модели. Один из них – сложная силовая установка. Спаренные карбюраторные двигатели по многим показателям уступали дизелю. Высадка и посадка солдат по-прежнему оставались неудобными. Боевое применение БТР-70 во время афганской войны показало невысокую защищенность машины. Выявились и слабости вооружения. Пулеметы имели ограниченный угол подъема. Из-за этого невозможно было поразить цели на склонах гор. Этим пользовались душманы. Крупнокалиберный пулемет – это эффективное оружие как с той стороны, так и с этой стороны. Броню она прошивает спокойно. БМП, БТР – это просто прошить, нет никаких проблем. В бок бери, стреляй, и можешь попади в боеприпасы. Вот тебе взрыв, детонация, вот тебе и подрыв боевой техники. Конструкторы Горьковского автозавода немедленно занялись повышением живучести и огневой мощи машины. В первую очередь они переделали пулеметную турель. Затем они создали уникальную систему пожаротушения. На испытаниях БТР обстреливался из гранатомета с различных ракурсов. Пылающая машина самостоятельно гасила пламя, после чего запускался двигатель, и БТР своим ходом покидал зону поражения. Однако при использовании легко воспламеняющегося бензина даже самая совершенная система пожаротушения не всегда могла исправить положение. Дизельное топливо разгоралось медленнее. При его использовании у боевого расчета появилось бы гораздо больше времени для того, чтобы покинуть БТР. Конструкторы давно хотели поставить на бронетранспортер дизельный двигатель. Но производственных мощностей советских предприятий хватало только для того, чтобы обеспечить дизелями боевые машины. Положение изменилось только в начале 80-х годов. На Камском автомобильном заводе было освоено производство дизельного двигателя большой мощности. Он и был выбран в качестве силовой установки для нового бронетранспортера. Его приняли на вооружение в 1984 году под индексом БТР-80. БТР-80 – средний бронетранспортер. Боевая масса 13,6 тонны. Длина 7,6 метра. Ширина 2,9 метра. Двигатель дизельный мощностью 260 лошадиных сил. Скорость по шоссе до 80 км в час, на плаву до 9 км в час. Запас хода 600 километров. Вооружение. Пулемет КПВТ калибра 14,5 мм. Пулемет ПКТ калибра 7,62 мм. Боевой расчет. 2 члена экипажа и 8 десантников. Новая машина сохранила компоновку БТР-70, но стала немного крупнее и выше. Бронетранспортер БТР-80 – это модернизация БТР-70 путем установки совершенно другой силовой установки и трансмиссии. Применен дизельный двигатель мощностью 300 лошадиных сил и, соответственно, индивидуальная трансмиссия. Значит, использованы агрегаты от автомобиля КАМАЗ, в частности, двигатель, коробка передач, собственная раздаточная коробка.
вооружение и компоновка остались прежними. Особенностями является также наличие мобильного отделения, которое может обеспечивать стрельбу при движении бронетранспортера через шаровые бойницы. Корпус изготовлен из бронированных плит, которые защищают солдат от пуль и осколков. Подвижность машины в целом осталась высокой, а запас хода увеличился. Еще одним отличием бронетранспортера БТР-80 от машины предыдущей модели стал способ высадки и посадки экипажа и десанта. На БТР-80 имеются два прямоугольных десантных люка в крыше. Однако основным средством высадки и посадки на нем служат большие двухстворчатые бортовые двери, размещенные сразу за башней. Верхняя крышка бортовой двери откидывается вперед по ходу машины, а нижняя открывается вниз, становясь подножкой, что очень удобно при движении. БТР-80 является амфибией. Для движения на плаву используется водоструйный движитель. Кроме того, бронетранспортер приспособлен для перевозки воздушным транспортом на борту самолетов типа Ан-22 и Ил-76. В различных версиях БТР-80 производится с 1984 года до сих пор. Он активно поставляется на экспорт и состоит на вооружении армии 25 государств. Бронетранспортер применялся советскими войсками в Афганистане. Использовался во всех крупных вооруженных конфликтах последнего времени.